Всем привет, с вами Коба. Сейчас мы будем играть на Advance RP. У многих сейчас, наверное, будет паника. Скажут, почему, как, ты же на Триленте играешь. Ну и сейчас объясню. В общем-то, мой друг, одноклассник, тоже захотел поиграть в самп. И я его позвал на Advance. Не знаю, почему все-таки Advance лучше Даймонда. На Даймонде админы вообще игнорчики, не отвечают, в банду там вообще не попасть никак. Ну, то есть, вообще, сервер хороший сам по себе мод, а вот люди не очень, в том числе и админы. Поэтому я ушел с Diamond RP и вернулся на самп, ну, то есть на Advance, да, на Advance. И с другом уже играю почти каждый день. Хотя нет, без почти, уже каждый день, уже вторую неделю вот это вот. Его зовут Бутчер. Бутчер. Вот он сейчас играет. Он тоже в банде. У него третий левел. Уровень третий, вот. И нас приняли на шестой ранг. С моими скиллами. У него вообще ничего нет. И его приняли. То есть его без скиллов чисто приняли в банду. И это очень круто. Вот. У меня 6 звезд, я опасный бандит, естественно. Ну, вот мы, то есть, на шестых рангах. И сейчас, естественно, поедем за патронами, пока утро. Мало солдат, точнее, вообще, наверное, нет. Ну, хотя нет, есть там 2-3. В общем, ладно, поехали. Скин у меня такой крутой очень. Мне вот очень нравится он. Так что мы пока останемся в балосах. Так. Вот так вот и сделаю. Все отлично. Так. То есть я просто продвигал его, давал деньги. Кстати, у меня 6 миллионов. Спасибо всем, что... То есть многие играют на Advance еще, подписчики. То есть они как бы и остались там. Вот. Ну, я не хотел записывать с другом, потому что он вообще нубил. То есть он до сих пор не знает РП. Просто было бы неинтересно. Ну, скоро мы с ним будем, наверное, снимать. Посмотрим. Так. Как видите, я поставил мод на HD дороге. Вот куда, блин, прет, а? Урод. Сейчас подрежет меня, нет? Ну, странно. Странно, что он не подрезал. Ну, ладно. Вот куда несешься? Фух, я... О, все-таки я его, смотрите-ка, подрезал по пингу. И сам остался при этом целый. Вот это сейчас круто получилось. Если бы я не свернул на встречку, то как бы мы оба улетели бы друг в друга. А так, видите, как скилл водителя. Хотя, правда, едем мы через очень длинный путь, ну да ладно. Так. Кстати, почему-то заметно поднялся FPS у меня в сампе. Раньше такого не было. Прям держится 80, офигеть. Так. Ну, поедем. Ну, не знаю, ехать ли за масками, стоит ли. Ну ладно, все равно, давайте по РП все делать. Насрать на количество, сколько там. Вояк. Все равно поедем, закупимся. Тут недавно приезжала стек, походу, да? Или он сейчас в магазине? Нет, странно. Может, он вышел или его кикнуло. Не знаю, в общем, что-то случилось у пацана. И его машина тут просто в одиночестве стоит. Подъехал какой-то из Грува. СВ пусто пишет. Но все-таки гон СВ. Так. И куда он? А, это еще один, что ли? Так. Ну не, давайте поедем на ВВС. Все-таки просто так тырить патроны, это неинтересно. Так что. Вот тут два человека, сейчас мы их
Будем сливать всех. Осторожненько, так в село надо попасть. Я не попал. Тихонечко так проходим, сливаем его. Падла. У него есть дигл даже. Я просто фигею. Что вот раньше солдаты были вообще дно. Сейчас смотрите, он даже попал в меня один раз. Но он был без скиллов, поэтому... Help me. Поэтому я его быстренько слил и... Все. Так, подберем сейчас эти 20 патронов. Тихо, 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 тихо. Надо услышать его шаги. Где он там? Ой, падла! Охереть просто можем. Чё они метки-то такие? Я просто с них поражаюсь. Вон он там. Вон он, вон он, вон. Ладно, пойдемте тырить патроны, срать. Хотя нет, я ж бандит, я его солью сейчас. К чертовой матери. Ну, он что-то там сыт. Чуть-чуть. Пойдем к нему первый. У него бронежилет и эмка. Я могу сейчас слиться. То есть это очень неправильный шаг я сейчас делаю, по сути. ПГ, падла. Хереть просто можно, ребят. Как так можно вообще? Я поражаюсь, а. ОМГ. Да ты... Я... Да... Все, я сейчас поеду им мстить. В общем, я подъезжаю, сейчас закуплюсь. Маску, аптечки. Купил я много оружия. И сейчас мы будем стрелять прямо сверху с горы из снайперской винтовки. Потом достанем эмку и дигл. То есть такое сочетание, да, хорошее. Так что все, нам сейчас просто не проиграть в этой войне. Не, ну это полный пипец. Ребят, скиньте... На форум это видео, если там, не знаю, если, конечно, вам не впадло. Ну, мне впадло, и поэтому я и не буду скидывать. Но, блин, его как минимум должны заварнить. Хотя нет, это как максимум, как минимум выгнать. Так, маск. Все, капец ему. Не, просто... Офигеть, я... Я просто в шоке. Ну, разве так можно, блин? Где там он? Где все они? Вы сейчас забоялись? Все, что ли, зассали? Так, ну ладно, мы все-таки приехали сюда за патронами в первую очередь. Поэтому давайте наготове, короче, дигл. Держать. И если что, потом достанем эмку, если он будет там уходить. Брать бронежилет, что вполне я уверен, что он будет так делать. Вот, смотрите. А, так его все-таки слил кто-то, ребят. Видите, он умер там, то есть его патроны лежат. Мы их, естественно, подбираем. Так. Ну все, они оба ливнулись из игры. Чмошники сраные. Или, может, они воруют патроны. Нет. Они просто зассали, как последние раки. У меня еще нет рюкзака, поэтому 203 патрона и все. Так, ну где они? Блин, зассали реально. Просто отключились из игры. Уроды. Ход только по пропускам.
Вау. Ладно, все. Пофиг на этих уродов. Ну и просто так. Ну блин, это, конечно, тупо так получилось. Ну ладно, одного хотя бы слили. Тогда-то, когда я только подъехал. Но все равно. Давайте поедем на СВ. Посмотрим, как там у них что-нибудь происходит или нет. Какое-нибудь движение. Так. Вон из Ацтека. Тоже пусто, наверное. Ну, блин. Конечно, плохо. Давайте хотя бы один раз пальнем в него, не знаю. Хотя нет, не будем. У него палить. Ну, блин, просто я зря сейчас деньги потратил, купил все. То все. Вот. Ну ладно, сделаю я сейчас себе законный дигл. Кровью и потом. Так. И поеду в свой дом. Положу патроны. В общем-то, неудачно. Неудачная серия получилась без всякого эпика. Ну, одного слили. Блин, ну это мало же. Давайте просто подымем где-то. Ну ладно, шучу. Так. Просто сейчас спокойно доедем до дома. Посмотрим, что там будем делать. Вот мы уже проезжаем Вайнвуд. Сверху самые элитные блатные дома в штате Лос-Сантос. На этом экскурсия заканчивается, потому что мы уезжаем в Лос-Сантос. Это самый дебильный город. Очень грязный и так далее. Так. Едем на нашу территорию. Делай ган. Ну, на склад я ПТ сливать сейчас не буду. Ибо не надо. Так, я хочу, чтобы мы забрали у ацтеков нашу теру, чтобы прям я появлялся дома и мог делать ган. Мейк, ган, 2, 200. И 3 еще, да, или сколько-то? Один не получится, может. Ну, все, да. Все, едем, короче, сливать патроны. Вон тут еще один бал у вас, совец. Миклей Алварес, или как-то так. Так. Ну, в общем, все. Едем осторожно. Надеюсь, вам понравилось, что я начал опять снимать сам. Сейчас будет чередование такое. Самп, Майнкрафт, GTA. GTA, самп, самп, Майнкрафт. Майнкрафт, 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 самп, GTA. GTA, GTA, GTA и так далее. Короче, сейчас я только вот эти вот 3 игры буду снимать. Каждый день постараюсь. Так, ну давайте, юз. Положить оружие, 20 патрон. Сливаем просто снайперку. Так жалко. 60 и 230 положим. Все, отлично. Нафулились, нафулились. На этом все. Всем спасибо за просмотр. С вами был Кова. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, указывайте мой ник при регистрации, IP-сервер в описании. Мой ник тоже в описании. Мой номер телефона 172-172. Вот. До свидания.